Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Remember Me. Я записываю сразу же вторую серию, поэтому я прекрасно помню по-прежнему сюжет. Так, куда нам двигаться? Не сюда. They'll let anyone into this district. Так. Почта. Бизнес. I don't think that this is the store you're looking for. Так, ну на карте нет. О. Так, синие ящики и красные бутылки. За ними где-то даже. Да я где-то это видел. You think you've got the budget? I don't speak Во. To strangers. Где-то тут. Разве нет? Похоже, что нет. Там еще были какие-то колонны. Это, наверное, здесь. This moon is on the fashion on me. Да. But I'm busy. Это хорошо. What you brush your hair with? A grenade? Так, ну посмотрите, как изменился. Это Париж. Это офигеть можно. I'm not interested. Давай-ка наверх. Блин, шумный город. И мне, по крайней мере, пока что, кажется, что он живой. Ух ты. Вон оно как работает. Красота. Красный пол возле робота. Так, а ну-ка, мостик работать. Вижу. Это внизу. Что, показалось, что ли? Какая ерунда. Так, а я ведь здесь был, да? Да-да-да. То есть я просто вернулся назад за секреткой, получается. Ну, неплохо. Хотя я почему-то был уверен, что это робот стоит, а не человек. Ну ладно, нашел секретку, то хорошо. А нет, не нашел. Это действительно робот. Да-да, ладно. Ага, то есть это так работает. Хорошо. Оу. What was that thing? Что это было? That's a good sign, sister. With time, other memories will come back. Прекрасно. Великолепно. То есть мы все-таки не потеряли память окончательно. You're almost there. Follow Tommy's flying drones to his bar. О, от меня разыскивают? Круто. Give me a memory, man. Anything will do. Just need a fix. My last one. And I'll stop. Your memory is unraveling. It's loosening a second-hand cyber orgasm. You're 2 steps away from fragmentation.
anything, man. Nice shortcut, Edge. Где моделька моего персонажа? Что за дерьмо? Не, ну это... Этой игре не на руку. Моделька моего персонажа просто пропала. Или показалось, как будто он сорвался, но на самом деле жизни сохранились. Чё-то херня какая-то вообще, капец-капец. Ладно. По крайней мере, это пока что можно простить. Подумаешь, одноразовые баги. Всякое бывает. Мы же не перестаем играть в хорошие игры из-за мелких недочетов. Так, интересно, далеко ли контрольная точка? Да не так, чтоб далеко. Nice shortcut, Edge. Вот и что это за говно, а? Ну вот как это можно объяснить, а? Баги на баги, что ли? Вот она вроде жива, да? А! Вот где-то внизу моделька. Моделька, давай. Моделька. Нет, моделька не вылезет. Правда ж? А, вот она, вот она. Слышь, вернись ко мне, моделька. Вот что это за дерьмо, а? Надеюсь, я это пройду. Не поверите, у меня получилось. Не прошло и полугода, как этот баг самоликвидировался. Честно говоря, я прошел это с пятой попытки. Вот. Ну, в общем-то, не сложно. Окей. Что это было? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Понял. Больше не буду. Понимаете, такие моменты фейли человек, который убивал колыбель хаоса или Battle Chaos с первого раза. Поэтому, ну, как-то это... Ну, естественно, те, кто знает, поймет, о чем я. Ах, блин. Надеюсь, мне не нужно будет проходить этот баг еще раз. С вентилятором. Нет, все нормально. Похоже, победа. Well, no going back. А я не хочу. А что, если я не хочу? Не учитывается. Понял. Блин, меня прикалывает этот такой, знаете, объемный. Ну, это уже верхний город, можно сказать. Посмотрите, дворцы прям. Цари живут там, что ли? Finally, the leaking brain. Что? Ладно, я не знаю, о чем она. Тележка. Поехали.
А людей, я думаю, не заботит вот такая униформа нашей героини. То есть это все в порядке вещей, да? Leaking Brain. Тот парчик, в который мы должны были попасть. О, я вижу там сразу же этот самый... Ну, вы поняли, да? Вот эту вот штучку. Так, вот тут я вышел, да? Тут я вышел, где-то тут сразу же появлялась эта подсказка. Я так понял, она пропала, да? Хорошо. Здорово, Тони. Johnny wants my heart for Christmas. You know that, huh, Tommy? You're safe here, Bob. Don't sweat it. Whoopi! Edge did it! Come here, sweetheart. Nalen, it seems like a lifetime. I'm sorry. I have no memory of you. You really can't remember this pretty boy face of mine? Прекрасное личико. Ни хера себе. No. Well, we all lost bits and pieces in the war. But you're free, sweetheart. That's what counts. I guess. Feels like I'm lost. First things first, sister. Let's get you out of those straps. Чё, учить меня будешь? Окей. Пошли. Компанийский такой чувачок. А это кто? That glove over there? It's yours. I rescued it from your safe house, along with your fancy combat skin. Lucky thing they caught you on a day off. Перчатка. Чё она даёт-то? Чё за перчатка? Now this is 100% Nilan. Way above the model I used to use. It's beyond me, sister. You're the only one who can use it. What did they do to you? Down there, in La Bastille. Unlike you, I had to stay for the whole program. Тебе полностью стерли. Well then, память. Let's get you changed. Your combat skin is in the locker. Кожа в шкафчике. Ну, это типа как боевая броня, наверное. The big advantage with the natives is they've got the memory of a goldfish. Ну, no это, risk of him конечно. Turning you over to Olga Sadova. Выглядит классно. The bounty hunter? Is she dangerous? Determined. She'll turn the slum inside out to catch you. Ох. Not just to catch you. Не Typical только brain мой. Rat. Barely outside and already working. Memorize. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Не надо нервничать. Угу. И чё? Мы ей сломали мозг или как? Z
Загрузки неприемлемо долгие. Вот, только сказать. Память Ольги. 3 часа назад. Пересадка памяти. Хорошо, как это работает? This is for you, David. Это ради тебя, Дэвид. Или Давид. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sadova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on stereomnemonic triggers. Aggravated risk of... Что-то не то. Short. The inevitable shattering of already fragmented personality. Here, these endorphins should lubricate the process and help ease his receptivity to the transfusion. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Memorial transfusion complete. Don't worry. NMP is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good. The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. 300,000. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Понятно. Вот из-за чего она взялась за эту работу. Так, ваша задача изменить эту сцену так, чтобы доктор убил Дэвида. Как это делается? Так, первый шаг. Найдите точку входа в память, с которой можно работать. Так, поворачивайте мышь назад, пока не найдете точку входа в память. Чтобы перемотать быстрее, удерживайте левую кнопку мыши. Хорошо. Так, мотаем. Memorial afflictions. Так, давайте-ка еще отмотаем. NMP is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good. The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment.
Так, найдите правильную комбинацию точек входа. Я понял. Надо к самому началу. Так, поменять точки входа, меняется взаимодействие. Понятно. Вы можете видеть точки входа в левом углу экрана. Понятно. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sadova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Excessive memorial deletions, acute dependency on external mnemonic triggers. Aggravated risk of floating identity. Short. Inevitable shattering and already fragment. Так, давайте отмотаем на самое начало этой. This is for you, David. Да. Memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sadova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Memorial deletions. Так, ну давайте мотать. Triggers. Стоять. Тут что-то было. Aggravated risk of floating Memorial flux inversion and in progress. His receptivity to the transfusion. Работаем. Так, ну я думаю... Хотя подождите, давайте посмотрим, чем это закончится. Мне кажется, она сейчас умрет,
и мы провалим задание. Может, этого лучше не делать? Memorial Flux Inversion. Нет. Flux Inversion. Here. These endorphins should lubricate the process. Нет, я не буду этого делать. And help ease his receptivity to the transfusion. Tachycardia. This is unusual. Doctor, what's wrong? He's a little flustered. That's all. Nothing to worry about. Try to focus on peaceful memories. Ясно. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Сейчас мы откроем кайданки. The flies eat me. The flies hit me. Все, я думаю, это конец. Scum. How is this possible? Take my eyes! Filthy degenerate, die! No! Да, мы справились. Могли, в принципе, ее убить, но если бы она умерла в своих воспоминаниях. I'm not here to take you in. Do you still plan to take down Memorize? Yes. Then we share the same enemy. Ха, вот так это работает. Well, there's a turnaround. Хорошо. I mean, a happy turn up for everyone. I know Olga has her own reasons. Actually, just the one reason. The great Olga Sadova siding with the errorist revolution. Must yeah. be something in the water. Last time I took you in, you were young and quick on your feet. Just because you're not on my list doesn't make us drinking buddies. Don't sweat it. I'll cancel the romantic weekend for two. But Nilan has a rendezvous with high society, and the root is alive with surveillance. Have you got any ideas? Oh, I got better than ideas. Но это нормально. That's the Nilan I know. A magician. Nobody can turn heads quite like you. First you hit me, then you ruin my little business. You want a love-hate relationship, you've got one. Whatever, we're wasting time. Офигенно. Thanks, Tommy, truly. You haven't lost it, sweetheart. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! У нее даже корабль раскрашен. Подобающе. Хедхантер, ничего не поделаешь. Но это было круто, это фишка. Фишка игры, которая меня, так сказать, удивила, причем очень-очень сильно. Я ничего подобного не ожидал.
И тем более, нигде я даже подобного не видел. Это круто. Это большой плюс игре. My head may still be full of amnesia, but the risks Tommy and Edge have taken to free me have got me feeling troubled. Now they want me to punish Neo Paris's privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. А действительно, зачем было стирать ее воспоминания? The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. Просто перерезать горло. Этого достаточно. To play God. The mere thought sends me reeling. If this ability really is the core of who I once was, then I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. Эпизод 2. Макроволна. Да, эпизод этот был классный, мне понравилось. Правда, я там не забрал эту секретку, по-моему, перед тем, как в парк уходить. Ну да и ладно. Welcome to San Michel District. Thank you for flying Air Sedova. Good hunting. I could do with a guide. No can do. Family business to take care of. Your first target's name is Carrie Sheridan. I need some confidential codes hidden in her memory. Who is she? The most famous architect in Neo Paris. Stored in her brain is every detail of every building she's designed. How do I find her? Your contact goes by the name of Bad Request. He's waiting on the last floor of the San Michel Rotunda. Хм. Интересно. Классный у нее такой костюмчик. Классная дама. Что ж, вот уже 32 минуты наснимал. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока.